Вот тут в песке прячется камбала. Эта рыба умеет прятаться на самом видном месте. Стайка садовых морских угрей высовывается из своих щелей, выхватывая из воды планктон. Рядом с изолированным кораллом с широко открытым ртом гуляет зубастая барракуда. Это особенный мозговой коралл. И что мне предстоит выяснить в течение ближайших нескольких дней, эта барракуда приходит к кораллу действительно каждое утро. Элиза увлечена действием, и когда большая рыба подплывает к нам, она еще раз раскрывает свой рот. Вдоль жабры зубов барракуды проплывают рыбки-чистильщики, очищая ее от паразитов и старой кожи. Они хорошо уживаются с барракудой. Рыбы-чистильщики живут в этом мозговом коралле, создавая мойку для всех рыб, кому она необходима.